Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер, главные темы выпуска. Грядут перемены. Как новшество в оплате коммуналки скажется на цифрах в платежках? Он же памятник. Главный архитектор Самары заступился за усадьбу Зеленко. Это вам не игрушки. Креативный подход к рассказу о бесконечной вселенной в музее «Самара космическая». Репортеры без границ. В Самаре открывается школа инклюзивной журналистики. Есть ли любовь после брака? Семейных долгожителей просят поделиться секретами, лучших наградят. «Газпром» готов вложить деньги в решение проблем с теплоснабжением Куйбышевского района Самары. Жители много лет жалуются на перебои с отоплением и горячей водой. Об этом они рассказали губернатору на встрече. В Москве Николай Меркушкин провел совещание с представителями компаний «Газпром» и «Газпром Теплоэнерго». Газовики планируют реализовать в 63-м регионе ряд крупных инвестиционных проектов. Речь идет о строительстве новой котельной и модернизации всей системы теплоснабжения Куйбышевского района Самары. Этот проект в своем послании Николай Меркушкин назвал в числе приоритетных в рамках сотрудничества с «Газпромом». Со своей стороны газовики попросили главу региона повлиять на самарские предприятия, которые задолжали за тепло почти 1 000 000 000 рублей. Главные неплательщики – управляющие компании. Один из путей решения проблемы – заключать прямые договора между населением и поставщиками тепла, чтобы исключить посредников в лице коммунальных фирм. Губернатор Николай Меркушкин в Москве провел еще одну важную встречу с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым. Речь шла о реализации проектов аграрного сектора и о подготовке к весеннему сельскохозяйственному сезону. Кроме того, губернатор и министр обсудили шаги по развитию молочного и мясного животноводства, строительство целого ряда новых комплексов. Рассмотрели возможность скорейшего завершения таких важных проектов региона, как Сергиевская птицефабрика и вторая очередь Тимашевской птицефабрики. В Самаре стало меньше грабежей, разбоев и автоугонов. Об этом заявил начальник самарской полиции Дмитрий Блохин на выездном заседании городской думы. Теперь совместная работа участковых и депутатов выйдет на новый уровень, что позволит проще решать многие проблемы. Лариса Шалафаст продолжит. На встрече с представителями полиции депутаты со всех районов Самары. Силовики докладывают, за год от жителей поступило более 18 тысяч обращений. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. А значит, доверие людей растет. Как правило, все сообщения, все обращения говорят о каких-то правонарушениях, о каких-то преступлениях, о каких-то просто неправомерных действиях. Поэтому мы должны на это реагировать. Для общественной безопасности в Самаре сделано немало. Городские власти в прошлом году реализовали целый ряд новых проектов. За прошедший год сделано немало. Здесь местные власти не оказались в стороне. Вы знаете, что установлены опорные пункты охраны правопорядка. Мы с вами участвовали в открытии этих пунктов. Они работают эффективно. Развивалась система ДНД. Мы в дальнейшем готовы эту систему развивать. Увеличить количество патрулей в отдаленных районах города, использовать новые методы в борьбе с наркоманией. На встрече депутатов и полицейских звучит немало предложений. Сегодня районы получили самостоятельность. Они сегодня вправе приглашать уже руководителей районных подразделений милиции для отчета к себе на сессии. И тем самым еще ближе и четче, уже непосредственно по каждому адресу в городе, в своем районе, то есть спрашивать, какой результат был достигнут по тому или иному запросу депутата. Увеличить количество патрулей в отдаленных районах города, использовать новые методы в борьбе с наркоманией. На встрече депутатов и полицейских звучит немало предложений. Встречи участковых с депутатами будут проходить регулярно, а значит, решать вопросы безопасности в городе будет проще. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, «События». Олег Фурсов встретился с членами Российского союза ветеранов. На отчетно-выборной конференции глава Самары вошел в состав ее президиума. Ветераны рассказали о том, каких результатов удалось добиться в год 70-летия Великой Победы. Это и проведение уроков мужества в школах, и военно-патриотические акции, организованные совместно с городскими властями. Олег Фурсов подчеркнул, опыт и знания ветеранов особенно ценны для реализации реформы местного самоуправления. В которых власть рассказывает о том, что она делает.
Прошедший год у нас ознаменовался рядом серьезных изменений, рядом серьезных реформ. На первое место я поставил бы реформу местного самоуправления. Вы, как носители культуры советского периода, прекрасно помните то время, когда районы были самостоятельны. Как никогда важна ваша роль, важно ваше участие. И я бы, Анатолий Павлович, предложил активно участвовать в формировании вот той политики по приближению власти к людям, проживающим непосредственно в том или ином районе, с участием ваших представителей. Может быть, стоило создать общественные советы при главах районных администраций. Градостроительная судьба Самары. Главный архитектор Алексей Самарцев ответил на острые вопросы журналистов. Как будет выглядеть город к чемпионату мира по футболу, знает Алина Чемерис. Здания, которые находятся на гостевом маршруте, в 2018-м должны встретить гостей города красивыми обновленными фасадами. В этом году планируют закончить реставрационные работы на 10 объектах культурного наследия. Половина из них на улице Куйбышева. Во всей красе скоро предстанут здания женской гимназии, дом Малышева, бывший ресторан «Аквариум». На ремонт памятников архитектуры выделяются средства из бюджетов всех уровней. К обновлению исторических построек привлекают и спонсоров. В прошлом году за счет частных инвестиций отремонтировали 7 старинных зданий. Работа с потенциальными меценатами будет продолжена и сейчас. Сегодня за восстановлением облика города отвечает управление главного архитектора, воссозданное в прошлом году по поручению главы Самары Олега Фурсова. Старую часть, историческую часть нашего города нужно восстанавливать, причем серьезнейшим образом, и позиционировать ее как раз перед нашими гостями. Это то основное, что мы сейчас можем показать и чем мы можем гордиться в полной мере, я считаю. Новое ведомство также будет разрабатывать проекты по комплексному благоустройству города. Облик Самары должен быть привлекательным для жителей и туристов. Потому важно следить за тем, чтобы здания, тротуары, уличное освещение были выполнены в едином стиле. Для этого управление главного архитектора активно взаимодействует с двумя департаментами – благоустройство и экологии и градостроительство. В помощь новому ведомству формируются отделы архитектуры в районах. На пресс-конференции Алексея Самарцева речь зашла и об усадьбе Александра Зеленко. Главный архитектор высказался против разделения комплекса построек. Мое убеждение такое, что этого делать нельзя. И особняк, он очень красивый, это целиком комплекс. Его никоим образом нельзя разрушать. Вот это мое личное мнение. И не только мое. По словам главного архитектора, сегодня визитные карточки Самары – это дом Курлиной, особняк Клота и живописная набережная. К 2018 году к ним прибавятся и обновленные исторические здания в старом городе. Алина Чемерис, Григорий Пешаков. События. По счетчику вернее будет. С 1 января этого года вводятся повышенные нормативы потребления услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды. Размер повышающего коэффициента 1,4. Деньги от этих платежей пойдут на установку обязательного общедомового прибора учета. Речь идет только о тех домах, где таких приборов нет, но есть возможность их установить. В противном случае повышающие коэффициенты применяться не будут. Еще одно новшество – дифференцированные нормативы. Теперь дома разделят на категории. Цифры в платежках будут зависеть от нескольких факторов – количества этажей и наличия теплонагревателя в здании. Не появляется нового платежа, не появляется нового вида услуги – ни коммунальный, ни жилищный. Если не выполнены требования федерального закона о наличии прибора учета, состав плат, этот размер платежа будет несколько больше. Если до 1 июля 2016 года не будет установлен прибор учета, то следующий повышающий коэффициент будет применяться. В департаменте образования сегодня прокомментировали несчастный случай, произошедший в Самарском детском саду номер 280. Помощница воспитателя получила серьезную черепно-мозговую травму. Предположительно, женщина выпала из окна второго этажа. Несмотря на полученные травмы, она смогла вернуться в помещение и попросила сторожа вызвать скорую. Пострадавшую доставили в больницу Пирогова. Сейчас женщина находится в реанимации. По факту случившегося проводится проверка. Создается комиссия по расследованию. В состав этой комиссии входят представители районной прокуратуры, ФСС, инспекции по охране труда, профсоюзной организации областной и Министерство труда и занятости. Будет 15 дней у этой комиссии после издания приказа о создании комиссии на расследование данного несчастного случая. То есть пока точно сказать, что конкретно произошло с работником, к сожалению, не представляется возможным.
Свиной грипп заглянул в Самарскую область. Уже заболели 3 человека. Мужчина, женщина и ребенок. К счастью, все обошлось. Они прошли курс лечения и выписались из больницы. Но врачи уверены, это только начало. Каковы особенности гриппа в этом году, выяснила Валерия Макарова. Более 8 тысяч человек в Самарской области уже заболели ОРВИ или гриппом. По оценкам специалистов, сезонная вспышка болезни продлится как минимум 6 недель. Врачи прогнозируют, число заболевших будет тем же, что и годом ранее, а может быть и ниже. Однако в этом году высока угроза свиного гриппа, он опасен осложнениями. Очень существенная часть из заболевших, цифры фигурируют, и 30%, и даже более, будут инфицированы свиным гриппом. Он зачастую дает достаточно серьезные осложнения, самые частые из которых – это ранняя вирусная пневмония на второй, третий день заболевания, кто развивается. Прививку от гриппа Татьяна Прихоженко никогда не делала. Отчасти поэтому и оказалась на больничной койке с пневмонией. Врачи уверены, сезонная прививка могла уберечь от неприятных последствий. Температура держалась неделю 39,5, которую невозможно было сбить практически. Вот. Врач из поликлиники приходил, сначала ставили диагноз грипп, а потом уже оказалось, что воспаление легких. Вирусная пневмония – заболевание сложное, но при своевременном обращении к врачу прогноз лечения благоприятный. Если есть какие-то проявления, то есть озноб, температура и лихорадка, скажем, температура, не менее 2-3 дней, надо обращаться к врачу быстро. И чем быстрее обратитесь, тем вероятность того, что все закончится хорошо, выше. Спать спокойно могут те, кто сделал прививку. В этот раз она точно совпала с типом вируса. И, конечно, нужно соблюдать правила гигиены. Врачи советуют мыть руки как можно чаще, особенно после посещения общественных мест. Это хорошая привычка здорового человека, ведь вирус гриппа распространяется не только воздушно-капельным путем. А вот тем, кто уже заболел, поможет вот такая обычная одноразовая медицинская маска. Ее стоит надевать, когда выходишь на улицу, чтобы не заразить окружающих. Главное помнить, менять ее нужно, как только она отсыреет от дыхания, то есть примерно каждые 2 часа. Валерия Макарова, Андрей Трой, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других событиях дня. 50-летний Сергей Базаревич стал новым тренером мужской сборной России по баскетболу. Об этом объявили на заседании исполкома Российской Федерации баскетбола. Занимающий пост главного тренера итальянского «Канто», Базаревич согласился на минимальное вознаграждение ради работы в национальной команде. Ожидается, что зарплата Базаревича будет около 75 тысяч долларов в год. Сергей Базаревич планирует совмещать работу в сборной и клубе. В региональном министерстве образования утвердили размер родительской платы за детский сад в 2016 году. Один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении в разных городах области стоит по-разному. В столице губернии – 146 рублей, в Тольятти – 125, в Новокуйбышевске – 107. Самая низкая плата в Хворостянском районе – 40 рублей в день. Для многодетных семей предусмотрены льготы. Сегодня Самарскому государственному университету исполняется 97 лет. Он был основан 21 января 1919 года декретом Совнаркома. Сначала в университете было всего 4 факультета – физико-математический, историко-филологический, медицинский и агрономический. Сейчас вуз готовит специалистов по более чем полусотни специальностей. В прошлом году произошло объединение со СГАУ. Новое учебное заведение получило название «Объединенный Самарский университет». В Самаре пройдет симпозиум скульпторов. По задумке организаторов, участники слета за считанные дни создадут сразу несколько композиций из мрамора. Возможно, некоторые из них впоследствии украсят городские улицы. Напомню, в ноябре прошлого года на Ленинградской установили скульптуру дяди Степы, а в декабре на Молодогвардейской появился памятник спасателю. В ДТП, произошедшем на Волжском шоссе, в Самаре погиб сотрудник МЧС, начальник отдела надзорной деятельности Тольятти Андрей Сивань. По предварительной версии, водитель Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с приорой, а затем задел Рено. От удара приору отбросило на грузовую «Газель». В больницу с травмами доставлено 3 пассажира в «Газели». 40-летний пассажир приоры Андрей Сивань скончался на месте.
21 января исполняется 92 года со дня смерти Владимира Ильича Ленина, основателя Советского государства. Вождю мирового пролетариата на площади Революции в Самаре установлен памятник. Ранее на этом месте стояла фигура императора Александра II. Но в 1927 году на постаменте появилось изваяние Ленина. Работа известного скульптора Матвея Манезера. Неоднократно возникали идеи фигуру политика с постамента убрать, но общественность выступала против. Для Самары вечно живой Владимир Ильич – особая страница в истории. Именно здесь он начинал свою революционную деятельность. Здесь Владимир Ильич Ленин у нас становился как революционер. Он 4 года провел здесь в Самаре, создавал кружки. Здесь вот работал на площади суде. Поэтому мы гордимся тем, что у нас Владимир Ильич Ленин начинал здесь свою революционную практику. Национальная валюта сегодня снова бьет антирекорды. Когда остановится падение, версии изучил Андрей Трой. Здравствуйте! Ну что, полетели? Всего 2 дня назад сняли санкции с Ирана, а нефть уже стремится к новым минимальным рекордам. Уже пробита отметка $28 за баррель, и сейчас за бочку сорта Brent дают $27.69. Так что стресс-прогноз о $25 за баррель без $2 – реальность. Правда, сейчас экономисты задумываются об отметке $16 за баррель. К счастью, есть и противоположное мнение о росте нефти до $40 к весне нынешнего года. Доллар и евро дорожают против рубля, стремящегося вниз за нефтью. На бирже за доллар США дают больше 84 рублей, а евро торгуется около 92 рублей. И ралли вверх продолжается. Между тем, Центробанк, нарушая собственный регламент, опубликовал официальный курс валют с задержкой на 1,5 часа. По данным регулятора, курс доллара США на 22 января – 83 рубля 59 копеек, курс евро – 91 рубль 18 копеек, золото стоит 2792 рубля за грамм, серебро стоит 35 рублей 84 копейки за грамм. На этом фоне Центробанк утверждает, что инфляция в январе может снизиться на 10%. На сегодня это все. Удачи в делах. Как написать пресс-релиз и провести интервью? Этому все желающие смогут научиться в региональной инклюзивной школе журналистики. Набор в группу уже открыт. Ограниченные возможности здоровья – не помеха. Как поступить в школу журналистики, расскажет Лариса Шалафаст. Журналистика доступна для каждого, уверена в региональной и инклюзивной школе. Здесь будущих акул-пера научат писать статьи, проводить интервью, вести свой блог и грамотно писать пресс-релизы. Я буду рассказывать ребятам об основах работы пресс-службы, о том, кто такой пресс-секретарь, как он взаимодействует со СМИ, в чем его задача и как сделать так, чтобы наилучший выхлоп получился и для журналистов, которые приходят к тебе за телесюжетами или комментариями, и для компании, которую ты представляешь. Школа работает в Самаре уже 2 года. Победа в молодежном форуме «Иволга» принесла финансовую поддержку и позволила открыть филиалы в Тольятти и Сызрани. Лекции в школе инклюзивной журналистики бесплатные. Занятия будут проходить в течение месяца, 2 раза в неделю. Обучиться журналистскому мастерству смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с инвалидностью очень хорошо взаимодействуют со всеми. Также учатся наравне, выполняют задания, ходят на мероприятия. Они раскрываются таким образом и сами могут в дальнейшем уже пойти работать. Занятия в инклюзивной школе журналистики начнутся в феврале. Записаться на обучение можно в социальных сетях. У школы создана своя группа. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. Космос не игрушки. Вся история освоения Вселенной через старинный русский символ матрешку. В музее «Самара космическая» открылась новая экспозиция. Оказывается, у матрешки и космического аппарата много общего. Сделала для себя открытие Ольга Морозова. Где-то как бы конец эпохи, в общем-то, да, представлен, когда станция «Мир» была сведена с орбиты, то есть это такой плод труда многих людей. Художники музея «Самара космическая» Ольга и Александр Филимонова играючи рассказали историю освоения космоса со времен Циолковского до затопления станции «Мир» в начале нулевых. Главные российские символы – матрешка и космос на этой экспозиции – гармонично связаны между собой. Каждый экспонат – целая эпоха освоения космоса. Матрешка, ну, как бы нас не обманула, она оказалась такой универсальной формой, которая позволяет изобразить и аппарат какой-то космический, и портрет там деятеля истории, то есть тех времен.
Деревянные болванки Ольга расписывала вручную с документальной точностью. Все награды на мундире первого космонавта Юрия Гагарина настоящие. А матрешки в спортивных костюмах – память о первом многоместном полете корабля «Восход-1». Космонавты были без скафандров для экономии места и пробыли в космосе чуть больше суток. Когда мы брали какие-то аппараты, мы их переносили на эту матрешку достаточно документально. То есть здесь можно узнать буквально детально, что это. Вот, и кто это? Вот, то есть здесь нет такого художественного вымысла. Все это серьезно, на самом деле. То есть космос – это не игрушки. Здесь важна каждая деталь. Так что выставку лучше посещать вместе с экскурсоводом, советует директор музея Елена Кузина. Космические матрешки, скорее всего, вызовут ажиотаж, как прекрасные сувениры. Желающим посетить новую экспозицию советуют записываться заранее. Космос – не игрушки, он не терпит суеты. Мы открываем вот этот проект в рамках 55-летия полета Юрия Гагарина. Вот. Ну и история – это основа нашего дальнейшего продвижения. А потом надо помнить, какой у нас город. Мы в наше величие в промышленности. В музее уверены, новая экспозиция займет важное место на карте туристических маршрутов Самары. А к чемпионату мира по футболу в 2018-м художники планируют растиражировать уникальные экспонаты. Ольга Морозова, Артем Сулайманов. События. Хорошее дело браком не назовут. Чтобы народная поговорка не стала пророческой, нужно слушать друг друга и быть готовым к компромиссу. Самарский союз молодых семей объявил конкурс для тех, кто знает секрет семейного счастья. В преддверии Дня влюбленных каждый желающий может рассказать свою историю. Марьяна Мирная выслушала советы. Двойняшкам Савелию и Василию 4,5 года. Братья никогда не ссорятся, напротив, друг за друга стоят стеной. Родители такую взаимовыручку всячески поддерживают и создают условия для ее развития и укрепления. Например, регулярно ходят всей семьей в поход. Помогали. Правда, мне немножко... там палатка была не такая большая, как дом. И там не, было не так мягко, как вот на моей кроватке. Ну, тебе понравилось? Да. Еще пойдете? Не знаю. Ну, тебе бы хотелось в поход? Да. Как сохранить гармонию в семье спустя годы, Ксения Голикова знает не понаслышке. Мудрость, говорит, пришла не сразу. Мама двойняшек делится секретами семейного счастья, проверенными на практике не раз. Очень важно, на мой взгляд, даже когда какой-то конфликт, всегда помнить вот эту главную цель, которую вы преследуете. Допустим, там, жить долго вместе, там, счастливо. И когда ты об этом всегда помнишь, даже из конфликта как-то выходишь по-другому. То есть уже другие вещи говоришь, и ты пытаешься наладить этот диалог, там, не вставать в позу. И, в общем-то, по-другому иначе не получается. Все за стол! Интернет-конкурс на лучшую семейную историю в преддверии Дня влюбленных организовал Союз молодых семей при городском центре «Семья». Мы предлагаем семьям поучаствовать в этом конкурсе, предложить какие-то свои истории, выходы из конкретных ситуаций, как они справлялись с трудными жизненными ситуациями, поделиться этим опытом. Возможно, для кого-то это будет каким-то уроком. Рассказ о своей семье и секрете счастья можно прислать на электронную почту Центра «Семья». Истории ждут до 8 февраля. Победители получат ценные призы. Их имена объявят на большом празднике «Сильнее любви в природе нет начала», который состоится в преддверии Дня влюбленных. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Чтобы быть здоровым и счастливым, нужно чаще обниматься. Сегодня в мире отмечают Международный день объятий. Считается, что во время прикосновений люди обмениваются душевным теплом. Дружеские объятия положительно влияют на настроение, самочувствие. У людей улучшается иммунитет, нормализуется работа нервной системы и уровень гемоглобина в крови. Детей объятия учат любви, а взрослым помогают набраться сил. Ученые выяснили, чтобы забыть про одиночество и чувствовать себя нужным, нам необходимо обниматься не менее 8 раз в день. Самое главное, чтобы порывы подарить друг другу радость были искренними. Если это не искренне, то возникает внутреннее противоречие. Есть вот это вот столкновение внутренних эмоций реально переживаемых и действий вот физических. А когда они в согласии, это чудо, которое делает человека не только здоровым, но и счастливым. И если вы не успели пообниматься положенное число раз, самое время подправить статистику. А я на этом с вами прощаюсь. Наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самарагиз» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова